Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Добро пожаловать в Нижнекамск. Очередной игровой день в континентальной хоккейной лиге. Не все себя показывают. Бросок, гол! Ничего себе, вот это выстрел в дальнюю девятку, шайба залетает, это Лещенко. В самую девятку шайба влетела. Какие тут вопросы к вратарю? Вот чуть Березин под себя на клюшку подгреб, да чуть ее подтянул к себе, не поставил стык и... Пожалуйста. За драку большим штрафом наказаны Профака и Березин. А это гол. Митякин во втором матче подряд забивает. Все с выигранного вбрасывания в чужой зоне. Сам же Митякин его выиграл. Пошел на пятак. Посмотрите, как здорово расчертили эту комбинацию нижнекамцы. И вроде бы опекал Семенов Митякина. Находился у него за спиной, но не сделал самого главного. Не подбил клюшку. И вот так Митякин подправляет шайбу в дальний угол ворот. Состав вот это точно. И спаслась. Гол. И вот сейчас Лада тоже отлично начинает третий отрезок. 15 сентября. Словно знал, что Попугаев забьет. Попугаев как раз-таки в той встрече, в третьем периоде, о котором я говорил, забил. И сравнял счет на 13-й минуте. Тут он счет не сравнивает. Но он возвращает интригу в матч. Червоненко отдает на Ажгихина. Бросок в ближний угол на месте Долганов. Ажгихин. И еще бросок. Гол! 2-2 счет становится. Не дотерпели нижнекамцы. Ликуют болельщики Лады. Лада, как и в матче со СКА в середине сентября, отыгрывает две шайбы. Тогда уступали 1-3. Затащили игру в овертайм. Сегодня проигрывали 0-2. Но тоже сравняли. Время еще есть. Основное время пока нет. Здорово! Гол! Нижнекамцы забивают вторую шайбу в этой буллитной серии и одерживают победу со счетом 3-2. Таким образом, берет реванш команда Олега Леонтьева за поражение по буллитам в Тольятти. И...